Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня мы с вами разделываем лосось в домашних условиях. Может, кому-то будет интересно мое видео. Посмотрите, я купила такого красавца, 2-килограммового. Так, ну давайте начнем. Я ее почистила уже, рыбку. Она была разделанная, но надо было почистить. Удаляем голову. Делаем надрез с одной стороны, переворачиваем рыбку, делаем надрез с другой стороны. И отрезаем голову. Потом удалим жабры, и у нас будет великолепная уха. Так, дальше переходим. Теперь нам надо удалить плавники. Вырезаем спиной. Убираем. Вот этот маленький удаляем. Эти плавники, их удобно отрезать ножницами, ну или ножом. Удаляем хвостовой, или как он называется, тут анальный сзади. Я не разбираюсь немножко в названиях. Вы меня поняли. Удаляем. Ой, что я так перевернула? Все это промываем. Из этого будет великолепная уха. Так. Дальше. Если вы сейчас хотите порезать на стейки, вы просто берете и нарезаете. Так как я буду засаливать рыбку, то я хочу с одной половинки удалить шкуру, может, из двух, сейчас как пойдет. И аккуратно снимаем, помогая себе ножиком. Так, с одной стороны мы шкуру сняли. Посмотрите, какая красота. Вытрем немножко стол. Так. И будем разрезать на две части. Для этих целей очень помогают салфетки бумажные, одноразовые. Прилаживаем нож до хребта. Так. Сейчас только. И слышим характерный звук. Мы идем, значит, по хребту.
Вот наша великолепная рыбка. Посмотрите, хребет, видите, у нас совсем почти чистый. Мы его будем использовать тоже на уху. Удаляем хребет. Можем или так, как вам будет удобно. Но мне удобнее так удалять. Эту часть я буду использовать на засолку, поэтому я ее оставлю с кожей. А это вон у меня пойдет на тушение. Поэтому и на жарку. Поэтому я ее и сняла с нее шкурку. Разрезаем пополам. И готовим смесь для маринования. Вытрем нашу рабочую поверхность. Свежий укроп. Надо его, конечно, побольше. Побольше укропа. В равных пропорциях берем соль и сахар. Столовая ложка сахара. И столовая ложка соли. Все это хорошо перемешиваем. Вот, и солим нашу рыбку со всех сторон. Так, добавляем укроп и заворачиваем в фольгу. На 2 дня. Мы, наверное, с вами сделаем 2. Тогда удобнее будет заворачивать и кушать. Смотрите. Мы сделаем
сначала одну вот такую завернем, вот, и вторую. Все, я сейчас помою руки и заверну в пленку. Вот, красота. Все, через 2 дня будет великолепная готова рыбка. С этого филе я буду готовить, еще не знаю, подумаю, оно уже чистое, видите, какое красивое филе, без кожи. Тут я сейчас переберу, это будет уха. Все, приятного аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал. Сегодня у нас такая замечательная рыбка. Приятного аппетита!